Ребят, наверняка каждый из вас помнит такую игрушку, как Bodycam. Да, тот самый шутер, который шокировал всех суперреалистичной графикой, которую действительно было сложно отличить от реальности. Так вот, сегодня мы сыграем в новый шутер «Убийца Bodycam'а» с такой же графикой. И поверьте, картинка там что надо. Ребят, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе, и добро пожаловать на новое видео. Буквально сегодня вышла эта игра, и мы решили в нее залететь, чтобы снова позалипать на графон. Да, и только в моменте мы поняли то, что эта игра со страйкбольным оружием. У игры есть свои приколы, так что я думаю, вам точно понравится. Перед началом этого ролика вам, ребята, я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал, а также на телегу и на второй лайв-канал. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы готовы окунуться в этот мир нового Bodycam'а. Убийцы этой игры. Ой. Слушай, ну пока я что могу сказать, очень красиво. Вот реально, вот без шуток, без приколов. Я даже поставил его на минимальные настройки, и все красиво. И у меня FPS прямо идеальный. Ребят, это Unreal Engine 5. Вы просто гляньте на эту красоту. Я реально как будто бы, вот знаешь, смотрю какой-то видос из реальности. Вот я не знаю, как это объяснить. Это очень круто. Вот я не знаю, я хоть и играл в Bodycam'у, уже как будто бы мы видели кучу раз вот подобные игры, но каждый раз, когда ты заходишь во что-то новое, ты все равно этому очень сильно удивляешься, потому что это выглядит прям очень красиво, я не знаю. Блин, это просто себя какая-то неописуемая... Я могу вниз зайти сюда. Как красиво! Не, ребят, я не знаю, но вот прям за графику. Я не знаю, как это будет смотреться на картинке, но надеюсь, что так же, как и я вижу это прямо перед своим лицом. Ну, просто... карта гигантская. Ну, походу, да. Но вообще мы просто вдвоем с тобой играем. Тут тоже нужно это... Блин, вы гляньте сюда! Это очень круто смотрится, я не знаю. А ты где, ты на улице или где-то в погребе гоняешь? Я вообще в здании хожу, тут у меня центральный парк есть. Центральный парк? Блин, ребят, так, подожди, просто... Тут потерят... О, ты слышал выстрелы? Нет. Подожди, если я выстрелов не слышал, это означает только одно. То, что мы находим... Вау, мы находимся прям супер далеко друг от друга. А почему, как ты это понял? Ну, потому что если я не слышал выстрел, у тебя же вряд ли глушитель. Или у тебя глушитель? По-моему, да, глушитель. У меня какие-то очень тихие выстрелы. Откуда она... А я вот сейчас стрельнул, да, забей, тут мы не услышим, мне кажется, звуки стрельбы, потому что тут не такие звуки. Да, тут звуки какие-то странные. Вот звуки, вот именно стрельбы немного странные. Как можно звуки выстрела вообще не слышать? Я не знаю, они тут просто реально очень тихие какие-то. Да, я бегаю. Подожди, ты точно в доме где-то бегаешь или где, я не понимаю? Ты точно с тобой на одном сервере? Да, я вот это уже проверял, кстати. Давай предлагаю, давай смотри, чтобы друга сейчас просто бегай, ищи меня, а я тебя. Давай сейчас хотя бы встретимся. Хоть посмотрим друг на друга, как мы выглядим. Я на улице бегаю, вот, я просто на улице бегаю. Ты что, тупой, что ли, тут на всю карту один дом? Ты что, не можешь войти, что ли? Так тут не один дом, ты прикалываешься, тут их несколько, он большой. Сколько? Вот, я в самом центре дома. Здесь какая-то круглая такая хуйня. О, вижу тебя. Стреляем, нет? Где ты? А где ты? Давай, ладно, пока не стреляем друг друга, да, просто посмотрим. Вот я, вот, старт, назад. Да. Вот, здорово, Вась. Да вот ты тупой вообще, что ли, о, или что? Ну-ка, стой, а у тебя глаза какие? Стой. А, глаза видны. Я так и знал. Я так и знал, что ты так делаешь. Я так и знал. Ну хорошо. Сейчас, подожди, сейчас все будет. Погоди, давай еще раз. Это десматч? Да, здесь можно еще выбирать классы. Смотри, тут можно либо с АР-кой играть, либо с калашом. Короче, давай смотри, чтобы было интересно. Мы тут долго друга не искали. Короче, будем играть именно вот на этом квадрате. Давай. Иначе мы друга просто устанем искать. Сейчас только найти бы его. Тут можно прятаться. Ну давай, все, мы каждый раз просто бежим к этой точке и там встречаемся с тобой, да? Вот я говорю, ее бы еще найти просто, потому что... Я сюда всегда легко прихожу. Давай, где ты там? Ой! А я в спине был, конечно. А ты по моей реакции не понял, что я тебя... А что? А, у нас игра продолжается, да? Да, смаш такой вот. Ну давай, беги на центр, я тебя жду, Вася. Давай, где ты? Блин, ну графика прям очень красивая, ребят. Выглядит прям супер-мега реалистично. Это такой звук! Да! Это такой звук! Там просто, что ты понимал, возьми в следующий раз, когда ты умрешь, знаешь, что, какой класс, где там маг 10, по-моему. Там такой, мы как будто бы стреляем не настоящим оружием, а таким страйкбольным, понял? Скорее всего, так оно и есть, да, потому что звук там вот такой был сейчас, как будто очередь именно из пулик вылетела такая. Как сученьку наказал. Я иду к тебе! Ну лучше не надо, Олег. А че это не надо? Потому что я спрятался очень хорошо. Да? Хочешь сказать, что я тебя не найду, да? Мы справа там стоит, что-то стреляет. Давай, только попробуй нахуй зайти ко мне.
Я тебя разнесу, я тебя разнесу. Точно на улице. Да ты тупой! Ты не на улице, ты в доме прячешься, крыса такая, повойна. Не, на самом деле было прикольно играть с людьми, если бы их было больше. Там сервер... Что такое? Не-не-не, ничего. Не-не-не, ничего. Куда там побежала, блядь? О! Ай! Попал, нифига себе! Не, кстати, прикольно. То, что это не настоящее оружие, а то, что этот страйкбольный тоже придает свой такой антураж небольшой. Вот это классно. Ну-ка, гранат, как здесь работает? Ну-ка, просто ради интереса. Ох! Ну, граната там как будто бы настоящая, если честно. Прикольно, да, играть чисто с страйкбольным оружием, и у тебя граната просто настоящая. Да. Блин, жалко, птички его прицелов нет. Ну что, ты будешь выходить куда-то, нет? А что, ты крысишь где-то, да, сидишь не, опять? Нет. Подожди, мне послышалось, или я услышал какой-то хруст, понял, травы, как будто бы ты идешь по траве сейчас? Не знаю. Может быть такое и было. Фига, я гений просто, слышишь? Я убил тебя? Да, ну ты сидишь, крысишь, конечно, в чем тут гениальность? А что, не, увидел. Увидеть тебя через листву, через все это реально сложно. Вот тут реально могут быть проблемы с этим. Так, а мне надо только теперь наверх забраться как-то. А, ты внизу получается, да, сейчас? Ну, сейчас да. Ну давай, иди. Давай, я тебя жду. Я забегаю. Ай, блин! Я испугался! Ты тупой! Я испугался, отвечаю сейчас. Вообще супер неожиданно подошел. Давай смотри, мы либо сейчас играем на другой, на второй карте, которая тоже есть в этой игре. Либо попробуем найти сервак с другими игроками, если такое есть. Потому что игра только-только вышла, я еще не знаю, есть вообще игроки здесь или нету. О, как раз! Мы зашли сейчас, мы подсоединились на сервак. Тут играем, ну, нет. О, уже 4 человека играют на сервере, кайф. И это другая карта, смотри. Это какие-то гаражи. Ой! Меня сразу вынесли, да, они вон там ходят между рельсами. Ебать, здесь, крысят. Смотри, здесь мы друг против друга, здесь не командная игра. Ну я понял. Какой звук странный, просто у, конечно, у этого пистолета-пулемета. Но эта игра, она менее жестокая, чем бодикам. Ну да, да. Но это же, это страйкбол, ты понимаешь? Блин, не успел. Ну, очень, вот именно с этого пистолета-пулемета очень странно и стрелять, хотя это, ну, ой, скорострельное оружие. Ой, я даже высунуться не успеваю. О, да. Ну, вот видишь, когда больше людей, намного интереснее играть. Блин, ну, очень красиво смотрится, конечно. И за счет того, что тут реально страйкбольное оружие, это тоже прикольно. Ну, что-то другое, как будто бы, не настоящее оружие. Я просто реально давно не играл, ну, вообще даже не помню какие-то... Ай-яй-яй! Пирожок меня... Да, нет, откуда вообще, я не понимаю, просто убивает пирожок, блин, реально, а? Я просто даже не вспомню ни одного шутера, типа, где используется именно страйкбольное оружие, вот именно так. Так, ну ладно. Так, все, я встал. Домой? Ой, да я только пою! Ай-яй-яй! Ну просто я сразу ухожу, и меня убивают. Не, вот мне кажется, здесь для динамики надо не делать вот эту вот 5-секундную паузу, надо, чтобы ты сразу появлялся, сразу шоу лицо просто бить. Всем как КС-ки вот так уже, а? Ну окей, давай Эрку возьмем, с Эркой постреляем. Чёрик, ты понимаешь, это условия реальных боевых условий. Эрка, может быть, будет интересно так вообще реально убить кого-нибудь? Мне кажется, реально. Я убил кого-то. Хорош. Красава. Ай, блядь! О, смотри, сколько уже 7 человек. Ну, так вообще хорошо. Смотрите, в чате написали. Все, найс. Убили. А вот у АРК уже другой звук. Как будто бы не страйкбольного оружия. Я, короче, стараюсь просто, знаешь как, в траве. Я кого-то убил, там подлетел. Я стараюсь просто в траве идти, просто в траве. Вот в траве как будто бы больше шансов на выживание. Даже... Ай, кто такой сделал мне? Ну-ка, дай как раз гранату наперед кинул. Мне с гранатой взорвали. Так вот, да, я тебе про это говорю. Пиздец. Просто наперед гранату кидать надо и все. Просто кидай в рандомную точку. Да. Опа! Да как? Да просто это бред! Я там даже с приклада должен был, или с бедра, я не знаю, я стрелял от чего. Я должен был по нему попасть. Там еще есть такие кибитки, короче, как вот маленькие такие. Там внутри супер темно, и если чел стоит внутри, он все видит, а если ты, ну, снаружи, ты его там вообще ничего не видишь. Так, сейчас, подожди, я в траву сел. Я пробую кого-нибудь вычислить. Я, короче, через низ пошел. Стараюсь сейчас тут кого-нибудь найти, откопать. Найс, успел, среагировал. Одного убил. А где все, я не понимаю. Как будто там кого-то видел. Ну-ка! Ай, это еще и ты меня убил! Да, наконец-то мы встретились первый раз. Да, кстати, не, это очень сложно, я не знаю почему, это какой-то очень прям сложный. Я тебя долго вычислял, бежал. Ну сейчас, подожди. На пяточки тебе наступал. Сейчас я тебя откопаю. Сейчас... Да ты откуда ты прикалываешься, а?
А я тебя в лесу нашел. Просто бред. Там чего еще пишет, что я читер, там про себя что-то, про кого-то. Ой, странно. Ну ладно, на, ну, тебе просто в голову видал, как дали это сейчас. Это я написал, там чат, идите нахуй, читеры. Я читер, там чел написал. Блин, ну вот меня 100% в спину сейчас убьет, да? Где все? Столько человек, я никого не могу найти просто. Да как? Найс! Тихо, тихо, тихо. Там хае кидали. Опять Сергу убил, Сергей, бля. Вот справа где-то слышал. Подожди, дай попробуй с Амагдесятом поиграть. Да, забей, это вообще. Вот сейчас попробуй, поймешь все, просто поймешь все. Он, кстати, он очень мобильный, он резкий очень. Но он такой, мне не понравилось с ним играть. И он больше кстати... всего... Он! Да ты... Да, плохо Олег играет, да, я тебя выясню, вроде говорю, как лоха, блин. Там еще звук у него, понял, прям как из тройбольного такого оружия, прям. Не, где с пульками. На водяной, знаешь, который автоматом. Да, 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 давай я тоже МАК-10 возьму, попробуем, давай. Ты где, Вася? Ну, он очень мобильный, он очень резко разворачивает пушку с ним. Бля, я не хочу с тобой стреляться. Ну как что это? Это что сейчас? А как? Куда я стрелял? Че за фигня сейчас вообще полная произошла? Я типа спину не убил, который в метре от меня. Он даже не понял, что сзади него кто-то был. Это очень тупо. Да. Оружия, конечно, мало в игре, это факт. Ну она только вышла. Тут достаточно просто один раз попасть. Да, да, да. Вообще. Ну так же, как и в страйкболе. Ура! Опа! Да, да я! Убил в ногу чисто на развороте! Меняем на калаш! Нет, стоп, вижу. А так разве можно оружие поднимать, по-моему, нет? Тихо, 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 тихо. Бля, вдалеке. Я не понимаю, хотел... пуля! О, долетела. Я так хотел убить чела, но он был так далеко, блядь, убежал. Был такой соблазн, он насовать просто. Как? В смысле, что за бред? Это не, забей, маг 10, это только на ближний бой. На дальнюю дистанцию вообще нереально стрелять с ним. Блин, ну ура. Я же увидел его поздно уже. Сколько у меня уже, кстати, смотри, у меня уже 10 киллов так-то, Вася, понимаешь, да? У меня 5. Я очень крутой тип, походу. Очень, вообще. Подожди, а сколько времени длится игра? Убил? Не знаю, мне кажется, ну это же десматч, мне кажется, тут бесконечно. Мне кажется, надо создать... не десматч, там еще какие-то режимы были, надо посмотреть. Не, короче, я понял, надо играть тактично. И вот реально... Ты тупой! Ты меня убил! Короче, надо реально в крысу играть. Вот в этой игре прям реально надо в крысу играть. Как будто бы вот по-другому никак вообще не делает тут. Ну, это реально факт. Ой, блядь, кто там? Фига, у тебя там граната под ногами взорвалась. Ну кто-то в мою сторону стреляет, блядь, кто-то знает где. Я прям слышу, от текстуры отлетают пульки. Чел пишет, идем в Сталкрафт, парни. Я понял. Давай, смотри. Сейчас, короче, сейчас сделаем красиво грамотно. Там, ну я пока не на первом месте. Надо, чтобы было первое место. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. А где все? Давай, Олег, делай бэкграунд, давай. Где все? Тихо. Ну вон, ну я вижу. Ну, голова там торчала. Ты жалко, голосового чата нет. Мне кажется, если бы был голосовой чат, было бы интереснее, реально. Они промахиваются. Я вокруг карты все. Ай! Я же попал! О! Чуть странно сейчас. Блин. Не регало вообще. Что тут реально не хватает снайперки? Да, 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 да. Вот просто от бедра. О, что за бред? Я не понимаю. От бедра вообще не попадает никак. Ах ты как хотел. Ты от бедра стреляешь слепую. О, вижу чела, бегу за ним. Только попробуй тебя мне спину сейчас убить. Надеюсь, ты не за мной бежишь. Просто... Привет. Короче, ладно, давай посмотрим, есть ли еще какие-то режимы. Просто, по-моему, они были. Короче, ребят, мы вернулись снова на эту карту, потому что мне она больше нравится, она более красивая. А что ты там стоишь у столбика-то, а? Ну иди сюда, смотри. Куда стоит-то? А чего такое? Подойди, я хочу. А давай реально на МАК-10-ах просто, ну, просто хардкора придадим. Ну давай, но мне надо тогда, чтобы ты меня убил. Давай. Я, а, или нет? Стой, я могу, по-моему, да. Я могу, по-моему, поменять персонажа, да. Короче, мы надеемся, что сейчас зайдут нам на сервак просто какие-то ребята, чтобы с нами поиграть. Вот, потому что, я не знаю, может, эта карта не пользуется спросом. Ну, и онлайн в игре и еще почти нету, потому что она только вышла. И вот. От бедра еще. А на МАК-10 от бедра. Давай, 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 давай. Вот так можно будет реально бегать и динамику такую ебанутую создать. Ну давай, 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 ну. Нет, давай, я бегаю, вот я по центру. Это вообще забей. Попробуй так же просто. Попробуй бегать просто и стреляй. Я даже не понимаю. Я даже не понимаю, пули летят или нет, их не видно. Подожди, патроны кончились. Я видел где-то. Ты где? Вот, ну просто, ты видишь? Это бред! Это тупо! Это тупо! Это очень тупо! Я воздухом стрелял, ты понимаешь? Даже не пульками, это просто воздухом стреляет, а на все. Я победил на МАК-10. Давай, еще раз.
Давай, я понихоплю по всей карте. Давай, я иду, бегу. Давай, дед, я просто отхуярю тебя, давай. Я не понимаю, правда, куда бежать надо, а вот, вижу, куда. Кого ты полез, блядь, это же бред, просто я воздухом, я... Да, у меня, мне реально воздухом стреляет, ты понимаешь? Так у меня тоже, я еще это в прыжке сделал. Так это тупо вообще, я не знаю, у меня реально... Я вроде стреляю вплотную в тебя, то есть, ну, пулька должна лететь в тебя, она не летит в тебя. Я при этом каждый раз нажимал, можно зажать просто ЛКМ и все, и хуярить. Ну, вот тогда. Я слышал, я бегу к тебе. Это же, это бред какой-то. Я даже не понял, я тебя потерял. Это просто бред какой-то, реально. Ты где? Да это как она? Да это как? Я не понимаю. Я просто не понимаю, реально, а. И чё, где ты? Я прыгаю по всей карте. А вот. Ну это... Да как? Да это тупо! Наконец-то! Просто наконец-то! Ну вот реально, ну она очень странно стреляет таким образом. Ну я сейчас приду реванш нахуй сделаю. Давай. Ты где? Гранаты не кидать. Ну ты где? Делаешь? Ты где? А что ты делаешь? Ты нормально гранаты кидать вообще? А я все избавился, там одна граната. На девочку гранату кидать нормально вообще? Ну так а ты где, скажи, ходи давай. Я тут бегаю уже. Ну ищи. А где ты сидишь? Ну ищи. Закрысил, да? Не, вообще нет. В траве сидишь. А как ты думал, скажи, пожалуйста, как ты хотел? Я знал, что я не с мужчиной играю. Куда ты вниз-то полетел? Беги за мной. Хочешь в ножах? Давай, хорошо. Так беги за мной, говорю же. Давай. Сыграем. Ну, так ты где? Давай, народ, тебе сейчас дадим так с ножа, ты вниз, блядь, прыгать будешь в фонтан-то или нет? Да, сейчас я бегу до него сначала, дай мне. Я просто запутался сейчас, подожди, я на карту забегу. Во-во-во, вижу где. А, блядь! Тут не со всех точек можно спрыгнуть, ничего себе. Так, ты с какой-то другой хотел прыгнуть или что? А, я вообще в другой стороне карты, блядь, что за бред? Выглядит очень красиво, но вот что-то как будто не хватает, вот что непонятно, что. А я, кстати, в этой части карты, где сейчас я тут первый раз, я даже не знаю, как туда выбраться. Тут реально запутаться можно. Я за пределами, стоп, я... Так, здесь ворота, ты знаешь железные ворота? Нет, я тебе реально говорю, вот это карта, на которой можно прям реально запутаться легко. Так, стоп, тогда я сейчас пойду вот сюда. Блять, я впервые на этой карте не могу найти колодец, прикинь. Выведи меня отсюда, как отсюда выйти? Ты здесь появишься сейчас, на этой точке, типа, или где? Не знаю. Так я сам не знаю, как отсюда выбраться, по-моему, туда. Поэтому никто не хочет на этой карте играть. О, с нами один человек еще зашел. Ура! О, я бегу. Подожди, вот я с ножом. Во, все, я на колодце. Я его зарезал, Андрей. Я бегу. Давай на ножах, ты с ножом? Да, я на колодце, давай. Ну, давай. Нахуй. Тупой. Я прыгнул так нечестно. А я тоже тебя в прыжке зарезал. Короче, ребят, я думаю, что сегодня мы будем на этом заканчивать. Неплохо поиграли, неплохо пострелялись. Это, в общем, страйкбольная убийца бодикама. Графон, вопросов нет. Реально выглядит очень красиво. Но, опять же, как я уже успел сказать, как будто бы чего-то вот, ну, не хватает, да? И вот непонятно, куда бежал, куда... А, это не ты, да? Это третий чел был. Короче, вот чего-то явно не хватает этой игре, но вот что, я вот пока не понимаю, да? Как будто бы вот какой-то механики не хватает. Вот было бы круто, просто если трус, бы... ты боишься на колодец прийти. Тупой, блядь. Даже попался на второй раз. А, вообще пистолет, кстати, есть, серию. А, подожди, дай пистолет. А как взять его? Вот это класс там. Надо класс взять определенный на двойку. Давай, Я вообще забыл про пистолет этот, реально. Подожди, он только у одного класса или у других тоже? О, прикольно. Ну вот такой глок чисто, да? Да. Вот давай, вот я возьму его. О, он так прикольно стреляет, так пук-пук-пук. Да. Тебя убили, да? Да, чел убивает. Ну пистолет, кстати, как будто мобильнее будет, не? Чем все вообще оставшееся оружие. Ну он как МАК-10 быстро поворачивает. Ну да. Там чел крысит сидит где-то. Ничего. Мы разберемся, не переживай. Закидывай гранаты ему. Он тоже. Он реально крысит, сидит с гранатами, его закидает там, а? Короче, друзья, вот такая вот игрушка. Пишите в комментариях, что думаете. На этом сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе, Андрей Индифай. Огромное вам спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, вы поставили лайк и подписались на канал. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока.